Россия могла завести свои ядерные боеголовки в хранилище под Осиповичами. Такое предположение сделали журналисты Wall Street Journal, проанализировав данные спутниковых снимков и белорусских госсми. Расследователи обнаружили подсказки, которые могут свидетельствовать о том, что территория используется как ядерное хранилище. В частности, год назад площадка под Осиповичами представляла собой лесной массив, но уже этой весной на ней появились два слоя забора. Военные эксперты отмечают, что надежного подтверждения нахождения ядерных боеприпасов в Беларуси пока нет. Тем не менее, такой тип оружия невозможно перемещать незаметно для разведок. Аналитики подчеркивают, что в военных делах часто прибегают к имитации. Однако ядерное хранилище – это капитальный объект, который требует серьезных подземных сооружений, а соответственно и капиталовложений. Маловероятно, что Лукашенко может пойти на столь ощутимые бюджетные траты ради того, чтобы ввести иностранные разведки в заблуждение.